Так, Афанасий, встаем с пола. Анташик, давай, одевай курточку, давай тебе ехать детский сад. Мама, помоги, пожалуйста. Давай, одевай курточку. Мама, я хочу помоги, помоги. Поделку отдали, Афон, иди расскажи бабушке с дедушкой. Так, готовим. Вернее, сейчас покажу, что купила. После садика заехала в магазин. Так, творожок купила 0,5 килограмма. Вот такие вот три вкусные треугольничка. Так, что у нас тут еще? Сметана, огурцы и хлебушек. В общем-то, вот и все покупки. А еще там печенье. Гриша доедает колбасу. Вернее, бутерброд с колбасой. Это последняя колбаса. И сыр. Мамочка уже работает с папой. Уже нарезали сколько? 98 пучков, да? Угу. Что там на рынке, расскажи. Очень хорошо. Сегодня быстро мы расторговались. Не холодно? 9 тепла было, хорошо сегодня. Все, Гриша поехал. В школу бабушка с дедушкой его повезли. Ой, сегодня очень хорошая погодка, и солнышко вышло, и очень тепло, ветра вообще практически нет. У меня тут вот дубочки распустились. Очень и очень красивые, пчелки тут до сих пор летают. Работают трудяшки. Гляньте, как здорово. Еще до сих пор даже петунья цветет. Только после ветра и после дождя, конечно, сентябринки вообще не красивые. Но розочки все еще нас радуют. Так, мы уже петрушку довязали. У мамы сегодня новый ассортимент. Это шпинат уже пошел. Как только холодает, да? Угу. Даже шпинат нужен. Так, а мы сейчас с папой 4 петрушки дорвем. Мне здесь, пап, можно или туда? Ага. Степаша моет шпинат. Маме еще. Так, все, мы дорвали с папой 4 пучка. Будет 550 пучков. А, оплатила я Фаберлик. Наконец-то. Сегодня Степа заберет. Что тут, помаду заказала. Маргосечки, вот такой кулончик с собачкой. Это благотворительная акция. Когда там что-то идет на помощь кому-то. Вот такая вот собачка. Мне кажется, вообще такой милаха. И сколько он здесь. Вот здесь пишется очень удобно, что пишется вот цена. Каталоги 199 рублей, ваша цена 171 рубль. То есть сразу уже знаешь, за какую цену ты его купишь. Ну, здесь на все так. То есть вот средства для ванной комнаты, моя любимая. И здесь также за него тоже ваша цена указывается. То есть не так, что непонятно за сколько тебе. Это узнаете в конце. Вот, в общем, сразу все, ваша цена. И в каталоге вот 150 рублей. А его за 119, ну, 149. Вот, и, в общем-то, здесь даже отзывы вот пишутся. Вот, довольных или недовольных клиентов. Но мне это средство нравится для ванной комнаты, моя самая любимая. Цена-качество меня устраивает полностью. Так что все оплатили, теперь Степа поедет, титровку заберет заказ. Я очень счастлива. Так, ну и все тут такое. Ничего особенного в этом заказе не было, а до этого детские вещи были. Я не помню, я их показывала или нет. Или я с этими пряниками тогда за это. А вот еще прикольные детские. Это наклейки на ногти. И где-то для ушек. Вот у меня такие тоже в детстве были. У вас были, интересно, вот такие наклейки у меня были, я помню. Я очень была рада, даже в начальной школе их носила. То есть не то, что в детском садике. Пока мне не прокололи уши. Но мы еще их не пробовали, по-моему, первый раз мы их заказываем. Вот, в общем, будет вот такая вот цена у них. Так, покупки из Магнита.
Это эпика была у нас там со скидкой. Я решила попробовать сторис у своей подписчицы Ксении Полетаевой. Она смотрелась. Тебе не понравилось? Тебе не нравится? Так, купила вот такие вот шарики. Да, я поняла. Любимые какашки. Так, что еще? Антон Сергеевич, тебе купила горошка, как ты просил. Горошек! Не знаю, первый раз такую фирму. Green Ribbon. Ты выполнила мое обещание. Вот такой вот долмио. В общем, обычная... Что-то тут... Ну, в общем, соус с овощами томатный к макаронам или к чему-нибудь, к мясу. Нарезной батон для тостов. Две... Мы уже, наверное, неделю живем без подсолнечного масла. Вот, купила две бутылки олейные. И еще один горошек. Тебе открывать горошек? Да. Антоха уже очень давно просил горошек. А йогурт ты будешь или нет? Или я съем? Ты? Ты съешь? Один ты, один я. Хорошо. Потом. Давай. Потом. Давай, все. В общем, это все покупки. Смотрите, аккуратно надо ложить. Потому что она обожается, кто маленький не будет. Я не маленький. Да, а кто маленький? Афоня. А что это такое? Расскажите, что это. Наггетсы. Курица наггетсы. Это курица. Курица мягкие. Кугли-макгли. Давай все положи мясо. Все. Так, все, мыть руки быстренько все с мылом. С мылом, понимаете, молодой человек? Мама, мама. А, кугли-макгли. Здрасте. Макгли. Что вы там делаете? А вон какал. Вон там. Кто покакал вон там? Ты? Да. А мама что делает? Ты трусики неправильно одел. О, ляпанены. А мама что тут делает? Мама сегодня сняла, днем постирала шторы. Сейчас протерла хорошенечко два окна, батарею. Пойду сейчас гладить шторы. Хотя я их обычно не глажу, но из-за того, что я их сразу не повесила, нужно погладить. Привет. Что? А там ты буги-гаги. Да, сейчас я поглажу шторы и повешу. И будет у нас чисто, да? Да. Могу, кстати, рассказать по поводу уборки, что у меня, к сожалению, не получается. Нет, в стирку носки, не в шкаф туда. Не получается убирать, вот прям все от и до. Знаете, когда вы все надраиваете целый день, моете, гладите шторы, пылесосите, вытираете пыль, и все это одновременно, и все это одновременно, причем во всех комнатах, у меня так не получается. Уже давно не было вот именно вот такой уборки. Даже никогда, по-моему, ее не было. Потому что столько времени у меня нет. Потому что дети постоянно требуют внимания. Мама. И поэтому у меня вот так вот. Надо постирать шторы в одной комнате. Я их сняла, постирала. Обычно я их вешу сразу. Вешаю сразу. Мама. Мокрыми, но не в этот раз. Поэтому они в этот раз будут глаженные. Вот, все, сейчас все помыла. И развесить осталось. Не грызи. Спать, да? Шторки все на месте, мама все прогладила, все развесила. Теперь все, красота. И сейчас пойдем, забыли Рекса выпустить, покупались уже все, так что я сейчас одела теплый халат, пойду выпускать Рекса, а ты не грызи ногти. Одели бабку. Так, ну-ка рассказывай, что сегодня в садике давали кушать? Пюре? Да, а кукольное. Невкусное? Да. Да что ты говоришь? Мама, кукольное. И мясо невкусное? Да. А что ж там было вкусное-то? Ну, пила, только пил. Только пил? Да. Кого? Суп пили. Суп пил? Да. А как ты суп пил? Вот так, кукольное,
А пил. А, ложечкой набирал и пил? Да. Ты жук? Нет. А где ты? А, Тоги кукана. Как тебя зовут? А, Тога кукана. Тоже невкусная? Ой, ты расхвастался, по-моему, да? Там его. Там было. Там было. Чай был? Нет. Не было чая?